Всем здравствуйте! Сейчас я раскрою эту посылку, которая пришла мне из Китая. В этой посылочке находится вот такой аудиокабель. Длина его метр. А посылочка, как мы видим, не маленькая. Значит, упаковка здесь хорошая, настоящая упаковка. Этот аудиокабель мне необходим для такого микрофона Apertura. Просто родной кабель, который шел вот с ним, он перед изгибом не полностью пишет. Давайте мы раскроем эту посылочку и посмотрим, что здесь. Подойдет этот аудиокабель к этому микрофону или нет. Если не подойдет, больше выписывать не буду ничего, потому что американцы так, видимо, защитили, что другие аудиокабеля сюда могут не подойти. Посылочка. Пакет этот, ладно, непроницаемый. И вот здесь видим. Какая хорошая упаковка. Упаковка воздушная, не пупырышки, очень хорошая. Вот видим небольшая коробочка. Это аудиокабель. Сейчас откроем здесь и посмотрим, что здесь есть. Теперь посмотрим, что здесь есть. Так, вот коробочка и еще какой-то сюрприз, подарочек. Вот тут подарок. Коробка, вот как видим, хорошая, надежная упаковка, ничего не скажешь. И какая-то побрякушка. Быстрее всего на липучке вешалка лежит. Что это такое? Брелочек. Не брелок, а вешалка на липучке. Ее в сторонку. Фирма Хоко. Кабель 1 метр. Тут и микрофон, и выключатель все в одном, я вижу. 3,5 аудиокабель джек-джек. Мне необходим кабель было с одной стороны 4 пикуля, а с другой 3 пикуля. Посмотрим, что здесь есть, вот как упаковано. Тут еще в целлофане разошла. Упаковка вот какая хорошая. Дошла эта посылочка очень быстро. 10 дней шла эта посылка с Китая. Очень быстро. По России порой идет дольше, чем с Китая шла. Фирма Око. Вот аудиокабель. Вот здесь тоже хорошо закреплен он. 4 пикуля и 3 пикуля. Сейчас проверим на работоспособность. Если работает, слава богу. Не работает, ну что ж, больше выписывать не буду, потому что навряд ли я подберусь сюда. Проверим. Так, инфот. Включаем микрофон. Сюда идет у нас микрофон 4 пикуля. И сюда 3. Это диктофон Olympus. Проверим на нем. Вот запись. Итак, включаем. Вот, наблюдаем. 1, 2, 3. Вот идет запись. Как видимо, стерео не пишет. Или моно пишет, или совсем ничего не пишет. Не пишет он. Так что этот кабель тоже не подходит к данному микрофону Apertura. Так, отключаю это. Запись не идет. Проверим родной аудиокабель. Родной он у меня иногда барахлит на изгибе, но если вот так положу, то работает. Вот он маленький такой всего-навсего. 20 сантиметров, а то и того может нету. Качество его не очень. Жесткий он сильно. Так, включаем и проверяем. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Идет запись, как слышно. Так, проверяем на звук ее. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Идет запись, как слышно. Вот как убедились, что данный аудиокабель не работает. А родной работает, но он работает, если с ним ничего не делать. Если не шевелить, вот так положил его на столе, он пишет нормально в одном положении. Как только в кармане, где движение или чуть-чуть пошевелился, он начинает давать здесь перебой и полностью не пишет. Вот поэтому необходимо достать такой аудиокабель. Может, кто знает, где можно выписать. Только не обязательно такой короткий, длинный. Он бы лучше, конечно, был бы. Хотя бы полметра, а если метр, то еще лучше. Чтобы было 4 пикуля и 3 пикуля, которые могли бы подойти к микрофону Apertura. И, соответственно, выход идет на 3 пикуля. Это подсоединение к диктофону или к другим аудиоустройствам. Вот такой краткий обзор и распаковка посылки из Китая.
забыл сказать стоимость. Этот стоит в обметке 5,25 долларов, а этот без обметки 1,75 долларов. Это тоже мягкий материал, намного мягче, чем родной идет с дорогостоящим микрофоном. Вот это намного мягче. Конечно, для такой солидной фирмы, как Апутура, вот такой бракованный, можно сказать, выпускать аудиокабеля, которая обмотка именно некачественна, и она быстро вышла из строя. Я им работал всего-навсего где-то 3 месяца, и он мне сразу здесь пошел или перелом, или что, не знаю, но плохая происходит запись, качество не важно. Теперь этот микрофон будет, он меня просто болтаться. А 3000 улетело. Ну вот и все. Может, кто знает, где можно достать вот такой аудиокабель на такой микрофон Апутуры, прошу сообщить об этом и дать ссылочку внизу на странице этого видео. Всем желаю удачи и успеха, безошибочного выбора выписки тех или иных материалов или какого-нибудь инструмента или оборудования с любой интернет-почты. До свидания.